А куда и зачем, посмотрим, что у нас в этот раз получится. Попытаемся поймать что-нибудь. Ну что, первый заброс. О, что-то есть. О, какой. Живи, брат. Что-то есть, друзья, что-то есть. Щучка небольшая. Небольшая щучка. Что-то она как будто... Ох, карандашик. Карандашик. Ага. Вот такая маленькая. Живи. Щука вот это хотела атаковать. Видно, наверное, было там. Щука, по видимости, есть. Вот рыба есть просто. О! Во! Что-то есть. Что-то есть. О! Ну, такого мы, наверное, заберем. Видели, да, наверное, видно было. Сейчас ее же попробуем. Поверху, так что видно будет. Поверху сейчас проведу, прямо вот так вот. Она где-то здесь. Вон она, вон она. Опа! Ах, красотка! Она, ну, тоже не крупная, в принципе, щучка. Бодренькая. Это уже побольше. Это уже побольше. Это уже кое-что. Вот смотрите. Щучка такая, да? Вроде не сказать, что маленькая. Вот зубы. Вот. Кто-то ее пытался. Кто-то их хотел закусить. А вон она плавает, смотрите, видите, нет? Кто видит? Вон она пошла. Сейчас мы ее попробуем забрать. Сейчас вот так я проведу, чтобы видно было. Вот он. Опа! Все. Шустрая. Тоже неплохая. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. О! Ну это хороший окунь. Красавец. О! Это уже чуть больше. Ага. Ага. Вот смотрите, тоже зубы. Они вот такого размера щуки, тут все какие-то побитые. О, это уже посерьезней. Не так сильно тут надо. О. Неплохая, скажем так. Ушла. Что-то есть. Ты что-то серьезное, что-то серьезное. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, хоть дай мы хоть на тебя посмотрим то ну, не то чтобы серьезная, но неплохая щучка. Она та, которая сошла. Может, другая. Она за что была поймана? Я что, за голову зацепил, что ли? Что-то я даже не понял. Ну вот, итог сегодняшней поездки. Вот 5 щучек попалось. Ну, вот окуней тут в ведре. Ну так прилично. Вот это все, в принципе, за час с небольшим. Ну, часа 2, да, вот. Сейчас я что-то почищу. Жарко. Мухи под 30-ку, жара. Сейчас все это надо везти домой.